Мы знаем, что на прошлых выходных ко всем детишкам Виноградного, в том числе к самым маленьким, пожаловал в гости Дед Мороз. Кто помог организовать маленький праздник для Виноградного? Депутаты села Винограда, Виноградная Олег Константинович Бос. Кто еще обычно принимает участие в жизнедеятельности вашего детского сада? Кто? Ну, видеоосветы Коблевского, сельская рада во главе с Владимиром Михайловичем Паничем, начальник видеоосветы Мангул Илья Анатольевич, завжди это помогает, завжди приезжает. Артюхин Василий Александрович придбал ялинку для новорічнього утренника.